Всем привет, ребята, с вами Юранка, и мы продолжаем прохождение Дутый Кал. После Дамбер Эндер побег. Так, сниму я свои эти всякие браслетики, чтобы у меня лишний раз уведомлялки меня не напрягали, что у нас с вами серьезное дело. Мы с вами движемся в прохождении в HD-текстурках, и следующий уровень. В предыдущей серии мы с вами умчали на машине, а сейчас у нас с вами глисты, один из 50 тысяч. Кому третий отряд, в два САС, цель, первая задача, стука-бомбер какой-то, бомбер, канди-бобер. Совершенно секрет от России 1944 год. Итак, цель задачи, при успешном прибытии на аэродром, используйте присутствующие самолеты и улетайте по запланированному маршруту. Задержите преследователей и перехватчиков, уничтожив все самолеты, кроме того, что необходимо вам для побега. Мы расходовали наши бомбы Льюиса при бомбардировке дамбы. Так, сержант Уотерс, капитан... Так, капитан Фикс Прайс, поехали. А, мы до сих пор продолжаем, до сих пор. Подожди, так это же было в этом. Нет, у меня жесткий диск мой, так мне вибрацию отдает в ноги. Все, переехали, мужика. Не, мужику повезло, он жив остался. Ай, больно, наверное, по руке, дай ему по пальцу. Сержант Уотерс, водный сержант. Уотер, это же вода. Уотерс, получается, водный сержант. Нормально дрифтуй, ты посмотри. Дутый кал. Германский дрифт, ну-ка. Успокоились, вы что, присядьте, ребята, куда там целишься? Все, обстреливаем всех. Да что такое, не попадаю ни в кого я. Всем бою просто бредовая. А, трындец, и смотри, здесь деревья должны были стать, короче, жесть текстуры. Ребята, здесь вообще беда просто. Спасибо тебе, разработчик, за то, что ты так поработал и ничего не доработал в итоге. Вообще беда, ребята. Ну-ка. А если вам так сейчас немножечко... Ой. Устроим. Ну-ка. Все. Бабах. В смысле он живой? А, вот так вот она будет. Сейчас пощекочем. Сейчас мы вот так пощекочем. И за пятки, и за ляжки, и за все пощекочем. Это, ребята, разработчик, как называют, такие же текстуры сделал. Спасибо вам большое. Кто? Как... Какие штуки? Ты о ком? А, вот, здрасте, приехали. Вы что, ребята? Остановитесь. Куда вы несетесь-то? Все. Мяу. Давайте, мужики. Вперед, но я про наших вперед. Эти назад, эти нам не нужны. Да что за штуки, я не понимаю. Что за перевод это самолета, штуки? Кто так переводит игры, я не понимаю. Спасибо, да. Эванс. Штуки. Сам ты штука. Мужик в размере одной штуки. Ушиб всей штуки. Поломка штуки. Ну-ка, сейчас мы вас остановим. Да куда ты, что не попадаешь-то? Как стреляет-то? Да, ребят, я нормально целюсь. Я же вот, мы четко видим. Четко видим на экране, что попадание происходит. Какие там опять штуки у тебя? Ага, еще одни летят. Ну-ка, сейчас мы их всех успокоим. Успокоим. Всех вас успокоим. Ай, больно. Батюшки мои, что такое урон высокий? Взять по кругу салюта на земле, это ваш шанс выбраться. Эванс, в машину. Нет времени. Ага. Надо двигаться. А, вот, все. Все, нельзя стрелять, короче, по этому самолету. Так понимаю, что, наверное, последний, я так понимаю. Да? Помчали, помчали, помчали. Ребята, вы че? Вы куда без меня? Куда без меня собрались? Поехали, поехали, поехали. Давай, давай, давай. О! Загружаем, понеслась. Вот они, это наш самолет. Чтоб не провалиться. Никогда ничего красивее не видел. Какой ты молодец. Ну да, это не женщина, правда, но... Однако ж, самолет. Ну что, ребят, я не знаю, мы куда-то с вами, наверное, улетели. Побег на самолете называется у нас с тобой такая миссия. Коротенькая, весьма 5 минут. Однако мы с тобою куда-то унеслись. Я всегда произносил лишь одну молитву Богу. Очень короткую. О боже, сделай моих врагов смешными. И Бог выполнял мою просьбу. Так говорил Вальтер. Вальтер. Но Бог с большой буквы должно быть хотя бы как минимум, как уважение.
А второе это не понимаю суть данной молитвы. Как говорил Кеннеди, не просите у Бога легкой жизни, просите, чтобы он сделал вас сильнее. Тоже как пример вам, друзья мои. Пример того, как стоит, как не стоит, что говорить и что делать. Ну ладно. На этом пока что все. Вы не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, рассказать друзьям. Огромное спасибо за внимание. До новых встреч. Скоро увидимся. Не переключайтесь, ведь будет очень много всего классного, крутого и не менее интересного. Самого Ширанка. До новых встреч. Не переключайтесь и пока-пока, ребята.